сталкиваются два кулака. Глинкин. Пошла передача на Кравцова. И Виталий забил. 2-1. Трактор реализует свое второе большинство в сегодняшнем матче. Но опять же, ранний гол. Гол из раздевалки. Все те же на манеже. Кто сочинил первый челябинский гол? Вот эти вот ребята. Но только тогда Полыгалов и Кравцов пасовали, а Глинкин забрасывал. Ну а теперь передачи Полыгалова и Глинкина превратились в гол Виталия Кравцова.